Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный автонабор инструментов от компании Top Tool. Код товара по каталогу GCAI9601. Состоит набор из 96 предметов. Top Tool — это всем известный бренд, известный как на СТО, так и автолюбителей. Инструмент высокого класса, профессиональный, выдерживает большие нагрузки. Производится инструмент на острове Тайвань. Набор поставляется в полноценном таком картонном ящике. Видите, хорошая полиграфия. Указывается преимущество набора. Правда, здесь все на английском. С обратной стороны комплектация набора есть. Хорошая упаковка идет. И теперь по комплектации. Рассмотрим детальнее. Две трещотки по 2 рабочих квадрата. 1,2 дюйма и 1,4 дюйма. Трещотки на 36 зубьев, силовые, разборные. Механизм внутри можно заменить. Есть дополнительные ремкомплекты, продаются. Совершенно нет люфта на трещотках. То есть такие тугие, туго прокручиваются. Реверс, флажковый переключатель право-влево. Есть быстрый сброс головки и также фиксация головки на трещотке. То есть кнопку опустили. Она держится. Нажали, сняли. Рукоятка здесь пластиковая идет. Удобно лежит в руке. На рукоятке надпись Top Tool. На самой трещотке номер имеется. Это номер по каталогу Top Tool. Покажу вам сейчас его. Вот такой каталог идет инструмента Top Tool. И по этому номеру в этом каталоге вы можете найти трещотку, допустим, из набора. И это свидетельствует о том, что инструмент у вас оригинальный. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 265 мм. Трещотка под 1,4 дюйма, также на 36 зубьев, длина 145 мм. Также номер по каталогу на трещотке. Отверточная рукоятка, длина 160 мм, ручка здесь пластиковая идет. Также номер, видите, есть по каталогу. Применяется с битами через переходник. Отдели переходник. Взяли нужную биту и получаем отвертку дополнительную. Что в наборе еще отвертки есть. Или можете применять с головками под 1,4 дюйма. Это, допустим, для труднодоступных мест. Плоскогубцы. Длина 180 мм. Также номер есть по каталогу. Надпись Top Tool. Сбоку на рукоятках, ручки здесь пластиковые. Разводной ключ, 200 мм длина. Надпись Top Tool, хром ванадий, 200 мм. И номер также имеется по каталогу. И также размерная сетка нанесена. То есть выставили размер, допустим, 10 мм. И у вас под 10 мм ключ. Удобно очень. Далее удлинители. Под 1,2 у нас два удлинителя, 250 мм и 125 мм. Так видите надписи и номера есть по каталогу. Под 1,4 у нас два удлинителя, 75 обычный. И есть 150 мм, это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Два воротка Т-образных с плавающей головкой. Длина под 1,2 у нас 250 мм. И под 1,4 длина 11 см с плавающей головкой. И также видите номера по каталогу. То есть свидетельствует о том, что инструмент у вас оригинальный, тут. Набор бит идет. Общее количество здесь 20 штук. Я уже показывал, они применяются через вот такой адаптер. Подписаны на пластике. Здесь есть номера бит и ячейки, в которых они находятся. Биты здесь шестигранные. Ряд шестигранных идет и ряд бит торкс. Крестообразных, шлицевых нету. Вместо них здесь идут отвертки. Дальше я вам покажу. Два шарнирных кардана. 1,4 дюйма и 1,2.
Карданы здесь скреплены заклепками. То есть они не разборные, но невысокого качества. Очень хорошо здесь сделаны. Две свечные головки 21 мм и 16 мм. Внутри есть резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, теперь головки. В наборе головки Torx есть профиль 1,4 и 1,2 дюйма. И головки короткие шестигранные. Также 1,4 дюйма внутри от головок и 1,2 дюйма. Головок здесь длинных в наборе нет, поэтому если вам нужны длинные, их нужно будет докупить отдельно. Под 1,4 дюйма шестигранных у нас 9 штук. Самая маленькая у нас 4 мм. И самая большая под 1,4 дюйма на 10. Под 1,2 у нас самая маленькая на 8 мм. Самая большая 32 мм. Видите, они полностью отполированные. Вообще в наборах Top Tool очень хороший инструмент. Вот такая практически идеальная полировка самого инструмента. Хорошая очень литье, масса отличная. 32 мм, видите, надпись на головке. Размер, Top Tool и номер по каталогу. В данном случае это головка BAE-A 1632. И головки Torx. Самая маленькая у нас E4. И самая большая головка E20. Общее количество их 12 штук. Так, теперь верхние крышки у нас набор комбинированных ключей. 11 ключей по размерам 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Вот такие ключи, видите, такой своеобразный изгиб на рожке идет. Тоже отличная полировка ключа, очень удобно они лежат в руке, потому что эта часть сама, она не широкая, а узкая идет. Очень нравится мне ключи Top Tool. Надпись на ключах, это Top Tool, 19 мм размер ключа и номер по каталогу, также вы можете этот ключ найти в каталоге Top Tool. Далее набор разрезных ключей, 4 ключа разрезных по размерам 9, 10, 11, 13, 12, 14, 17, 19. Такие ключи. И набор отверток, 4 отвертки, 2 крестовые и 2 шлицевые. Здесь размеры, также номер по каталогу имеется, Top Tool на пластике. Причем здесь надпись на пластике не просто сделана, которая, допустим, сотрется у вас со временем, а здесь она качественно, вот эти буквы, пластик, они впрессованы в саму рукоятку. По комплектации набора все. Отличное литье инструмента, нанесено защитное покрытие. Инструмент отлично отполирован, то есть вообще замечаний никаких нет. По кейсу, кейс у нас светло-зеленого цвета. Внутри также имеется надпись Top Tool на верхней и на нижней крышке. Снизу. Кейс состоит из двух частей, скрепляет его широкая зависа и закрывание на пластиковые защелки. На защелках также имеются надписи Top Tool. Защелки пластиковые, но вот эти вставки, которые держат их на кейсе, они идут металлические. И теперь по габаритам кейса. Вес набора 8,4 кг составляет. Ширина кейса идет у нас 48 сантиметров, длина 34 сантиметра, высота 9 сантиметров. Очень плавно закрывается, без лишних усилий. Такой вот кейс. И логотип Top Tool идет на верхней крышке.
по кейсу, по пластику, качественный пластик и качественное изготовление самого кейса. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вам это видео понравилось или помогло с выбором набора инструмента. Спасибо, до свидания.